Всем привет, дорогие друзья и зрители моего канала, с вами я, Александр Дити, и сегодня я расскажу, как же запустить бомбер, как его вообще скачать, как им пользоваться и настроить. Перед началом данного видео я хотел бы посоветовать вам подписаться на мой TikTok аккаунт и второй канал по нарезкам Дмитрия Куплинова. Теперь переходим к видео. Ну вот, мы уже на рабочем столе, для этого нам понадобится программа Termux. Как ее скачать и установить, я расскажу в конце видео, так что не перематывайте. Ну, а теперь заходим в Termux. Вы сейчас ничего здесь вообще не понимаете, что происходит. Для этого нам понадобится первая команда PKG Update. Все эти программы будут в описании, вы их сможете спокойно скопировать. И теперь ждем. Здесь после этого нам предлагают продолжить. Мы, конечно, пишем вот так вот. И продолжается загрузка. Следующим пунктом у нас будет написать команду PKG Upgrade. Вводим ее и также ждем загрузку. Она у меня быстро установилась, потому что я уже эти все команды вводил. Следующее, PKG install Python. И также продолжим. После этого нам нужно написать pip install и вот такую команду d 0 mb3r. Вот так она должна выглядеть. Нажимаем. У вас это все скачивается. У меня уже как бы используется самая последняя версия. И последняя команда bomber. Мы нажимаем. И у нас сейчас перенесет на сайт. Сайт запустился. Теперь вы можете вводить любой номер, и бомбер будет работать. Количество повторов, это получается сколько кругов вы хотите. Ну, советую ставить побольше, если человек вам насолил, или вы просто хотите над ним поиздеваться. Ну, а теперь перейдем к тому, как же скачать Termux. Поехали. А для того, чтобы скачать Termux, нужно просто перейти на этот сайт. Ссылочка будет, конечно же, либо в описании, либо в закрепленном комментарии. Нажимаем get it on F-Droid. Ждем, когда нас перенесет на другой сайт. И здесь вот в самом низу будет написано скачать APK. В самом низу вы нажимаете, самую последнюю версию устанавливаете, и все у вас будет работать. Ну а теперь переходим к завершению видео. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Скоро будут новые видео. Всем удачи и пока-пока.